А что мы будем делать рисовать? Давайте рисовать страх, который мы боимся. Ну, мама, что ты видела? Тук-тук. А я за вами уже слежу. А что это вы такие нарядные в Дракуле, ведьмочка? Мы нашли свои хэллоуинские костюмы. Это к чему? Зачем? Чтобы что будет? Чтобы мы победили свой страх. Страхи. Ничего себе! А как вы это собираетесь делать? Нарисовать свой страх, потом рисовать ему крошки, бантики, платья. Да ты что, ты свой страх сделать туфли, смешным? Туфельки. Круто, да. Вообще, давайте. Смотрите. А только скажите, а кто что рисует? Я бабку Гренни. Я черную руку. Руку? Черную руку ты рисуешь? А бабка Гренни, это кто? Это из игры? Это, вот, то есть, да, это из игры, там глаза пустые. А, не надо мне рассказывать, я боюсь тоже. Ладно. Все, хорошо, договорились, бабку Гренни да. рисуем и черную руку. Отлично, ну давайте. Только рисуйте тогда так, чтобы вот именно так, как вы боитесь, да, так, как вы представляете. Вот это вы придумали. Так, что тут у нас происходит? Ой. Так, здесь у нас что? Вот какая земля. Она в таком земля? Платьишке. А-а. Она всегда, бабка Женя, в таком платьишке. Всегда в игре. Да и такие зубы? Не, у нее не такие зубы, но вот такие. Я как могу нарисовать. Хорошо, давай, дорисовывай. Так. Так. Это все земля? Да. А у тебя рука на земле будет валяться? Нет, она будет вытащена, как у зомбака. А, понятно. Как все серьезно, а? А рука большая, Сав? Она... размера. Ничего себе. Она очень большая. А бабка Гренни большая? Ну, она такая. Но она не толстая. Не толстая она? Хорошо. Не толстая. Она, наверное, следит за своей фигурой. Она злая просто. Угу. Она вот такой поварёшкой. Ну что там у нас, друзья? Ну, пока нарисовываю. У меня уже готово. Угу. Вот какую Гренни себе представляю. Сейчас, еще один раз. Да. Сейчас, еще один цвет забыла. Угу. Красненький. Вот так. Вот так она выглядит. Вот. Ага. Такая она злючка, да? Так. А можно Савочка, что у тебя? Сейчас. Так. Ну тут целая история у Савы разворачивается. Но это Дракула, тут все серьезно. У него будет. Он любит всяких страшилок. Ага. И боится. Угу. Я не боюсь ничего. Он ничего не боится, но вот у него одна штучка, которая есть, которую он боится, и он сейчас ее победит. Да? Да. Черную руку. Да. Хорошо, мои смелые дети. Так, что у нас тут? Машонь, а как ты собралась победить этот страх? Я им нарисую рожки, платья, туфельки. Да? Так это будет модная Гренни? Ногти накрашу. Ну, давай пробовать. Превращаем страх в смешинку, да? А я нарисую зеленую рубашку и брюки. На руку? Вот это да. Ну, давай. Вот это у тебя уже рука? Ну, да. Ой. Ну, давай. Одевай. Сейчас. Рубаха. Брови разные стороны. Ага, какая-то коррекция бровей у тебя получилась, да? Ну-ну, так. Может, ей клоунский нос оденем? Да. Давай. А у Савы черная рука в брюках будет сейчас. Ничего себе. Вот так. Рубашка. Так. Ой, она совсем становится не злой. Может, румяна ей подкрасишь? Или губы? Макияж? Может, она злая, потому что она у нее нет макияжа? Так.
Став, ты что придумал? Ну, конечно, сейчас возьму. Давай. У нее будет много-много ногтей. Ногтей? Вот. Здорово. О, я придумала, еще гирлянду ей на руки повесим. Гирлянду? Будет светиться? Да. Ты что, ты ей такой скучный нос нарисовала? Давай ей, смотри. Давай вот такой ей нос нарисуем. Смотри, какой классный. Вот. Может, бантики ей тут дорисуешь? Да. Ну-ка, давай. Так, Сава, процесс идет. Мы боремся со своими страхами. Так. Вот. Нарисовали всякие страшилок и превращаем их в смешинки. Вот, вообще твоя бабка Гренни просто чудо-юдо. Смешная. Ну что, ты теперь ее боишься? Ну, не очень. Ну, тогда еще чего-нибудь дорисую, чтобы ты совсем не боялась ее. Смотри, какая она веселая. Может, ей тоже хочется веселья, а никто с ней не веселится, поэтому она и злая. Сверху понтов. Сверху понтов. Да, может, ты ей еще игрушку какую-то подаришь? Ой. Так, Сав, ну что, руку одел в костюм? Так. Малышки. Я думаю, в руку может ей футбольный мяч положить, и рука будет довольная. Так, смотри. Это малышка стала. Не такая уж она большая, да, теперь? Точно. О, самое главное я забыла. Я все готов. Так, ну-ка. Брюки и рубаха. Усы добавила. Может, футбольный мяч сюда положишь? Я усы рука добавила. Будет играться, и все, я перестану всех пугать. Смотрите, вот усики. Где? Усики и еще одни усики. Вот такие усики и вот такие усики. Ну что, Маш, ты победила свой страх? Да. Круто, совсем она не страшная, веселая получилась, да, теперь? Да? Так. Сав, как дела? Хорошо. Ага, сейчас мы Савочку ждем и посмотрим, Сава справится со своим страхом? Наверное. Ну что, ты игрушку даешь в руку? Я? Ну, да нет. Нет? А что ты сейчас делаешь, рассказывай. Я закрашиваю палец. Зачем? Ну, он же не просто должен быть белый. Mm-hmm. Бывает, память не белая. Нет, не бывает. Бывает. Прозрачные бывают белые, а бывают такие с блестками. Нет, не бывают. И низкие. Не бывают. Угу. Сав, не пойму немножко, как ты побеждаешь свой страх? Он же должен стать смешным. Чем страшней, тем медленней. А, слушай, точно, я не подумала. Угу. Сав, смешного что сделаешь? Я готов. Готов? А что смешного получилось? Расскажи. Ну, вон же он, рубашка. Это да. Ну, то есть, рубашка, штаны. Ты черную руку одела в эту одежду, да? Вы можете пока посмотреть хорошенько на Машин рисунок, а я мне еще кое-что подрисовать надо. Да? Это будет секрет? Да. Отлично. Маша, что у нас? У нас все хорошо. У нас что-то изменилось? Нет. А что у него в руке? Это игрушечка такая для малыша. А, которая это, колотушка? Да, колотушка вот эта. Угу, а может мы ее в манеж посадим? Это в манеж с игрушками. Давай. О, а нарисуешь может здесь такой вот так вот манеж нарисуй. А может я ее в бассейн посажу? Может. Ну-ка давай. Она станет еще добрее и веселее. Вот. Такой творческий процесс у нас сегодня вдруг получился, неожиданно. Смотри, какая у меня получилась. Видишь, как она теперь совсем радуется всему, да? Ей уже не хочется никого пугать. Ой. Что? Это то, что я думаю? Жених и невеста. У черной руки появилась невеста. Да.
правильно, конечно. Чё, теперь черная рука пугать точно никого не будет. Теперь ей есть чем заняться. Круто, Сал. Здорово. Ну что, теперь ты смотришь на черную руку. Ты победил свой страх? Да? Теперь ты ее не будешь бояться? Не буду. Вот это да. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал и всем пока-пока! И ничего не бойтесь, да? Если будете, друзья, бояться, нарисуйте свой страх, прилепите ему клоунский нос, бантик, подарите игрушку, этот страх совсем не будет таким страшным. Все, пока-пока!